Все, не могу разыграться. Ничего, все равно разыграешься. Чи! Опа! Капец. Будь здоров, спасибо. Куда еще здоровье? Понял, принял. Да, там Матуш зовут, а сразу их рашим. Ну давай. Тихо, тихо, тихо. Где-то... Где-то... В центре они. Подожди, подожди, подожди. Поехал, бег, да? Угу. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Блин, а че они так странно залутаны-то? Капец. Я бы сказал, даже вообще не залутанные, нифига. Это грузовик будет, может его зальем. Меня панцер построит. Ну, таскать с собой. Меня вот интересует вопрос, почему иногда, ну, типа, взрывается этого с панцерфауста сразу, а иногда нет. Там пенс будет, лишний скажешь, окей? Окей. Сейчас выйдет отсюда. У меня один, у меня один. Хорош. Ну, челлендж, я помню, жесть вообще как потел. Короче, только когда колда вышла, и некомплектные пушки вообще стрёмные какие-то были. Вот, и с этими пушками надо было топчик взять. Это вообще капец, ну, то есть без комплекта. Едет грузик. Опоздали же, нет? Стреляй, стреляй, стреляй. Тут карик есть. А он, короче, не взрывает, он просто тормозит, получается, этот. Я думал, мне просто кто-то говорил, что типа если шипы кидаешь, то сразу же взрывается. Вот же эмоции. Одноместные, да? Не, сегодня, да? Стоп, стоп. Дальше еще. Ребята есть. Вон он смотрит. Хорошо. Дефолтный микро из Витова. Так, хз. Тихо, спешься. Серьезно? Сьерлуха? Что? Слева. Ярик играет? Да не, это не он. Мне кто-то стырил, скорее всего.
Бля, ты читер, что ли, бля? Угу. Так, видимо, братан, на берегу. Твой стрим смотрю. Спасибо. Очень. Спасибо за игру.